Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Пятиминутка ненависти» и я ее ведущий Новиков Кирилл. 15 марта в Новой Зеландии четверо боевиков совершили теракт в отношении мусульманского населения. Я сочувствую пострадавшим в этой трагедии и осуждаю всех, кто творит подобные мерзости или пытается их как-то оправдать. Но еще больше я осуждаю людей, которые стремятся спекулировать на трагедии людей и делать на ней себе политический авторитет. А таковых сейчас разведется очень много. Мы не успеем глазом моргнуть, как пойдут новости о том, что любой консерватор – это латентный террорист. Ведь, безусловно же, все вспомнят, что Бреттон Тарант, глава этой боевой группы, является трампистом, что в своем манифесте он назвал президента Америки символом белых людей – Иными словами, левые либералы, как это всегда бывает, будут использовать страдания людей для того, чтобы продвигать свои извращенные политические фантазии. Со своей стороны я призываю отказаться от любых спекуляций на теме терактов, убийств и прочих преступлений, потому что таким образом вы не помогаете пострадавшим людям, а просто танцуете на гробах погибших. Благодарю вас за внимание, уважаемые зрители. Всего вам доброго.